себя. Лазоров. Вернули шайбу довольно быстро. Нефтехимики. Едет Полыгалов на пятак. Вот так вот. Едва сейчас. Неудобно руки. Ну, а мы смотрим повтор. Когда Харисиатри выручает свою команду, после броска с неудобной Сдунова, шайба попадает в плечо голкиперу, и здесь уже мешает последний момент Воронков сопернику сыграть на добивание. Хороший момент.